Дорогие друзья, мы на улице. Давай, маме, давай. Ты квитанция за квартплату, наверное, пришла. Нет, это всегда пишется. Сейчас посмотрим, что там. Это всегда пишется так, Маш. У нас нет долгов за квартиру, слава тебе, Господи. А когда-то были. Да, Тайсон? Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. 720, ну 838 рублей надо заплатить за вывоз мусора. Так, ладно, мы пошли по городу, по нефтяникам прогуляться хотим. Да, Оксана? Маша идет, Оксана, Оксана в новом костюмчике, да, Оксана? Что? А Маша, когда мы придем домой, придем ягодки. Ну потом, когда маленькие уже с садика придут. Что случилось? Ладно, идем на площадку, на детскую. Сейчас покажем вам, какая у нас в нашем районе есть площадка. Ну, конечно, она не ахти, но ничего так. Ладно, идем. Дорогие друзья, мы сейчас на канал «Жизнь с домашними животными» распаковывали посылочку с улитками. И смотрите, какой нам подарочек положили. Сейчас я вам покажу его. О, это вообще спасибо огромное. Ссылочку, кстати, на питомник я оставлю в описании. Вы меня часто спрашиваете, где можно заказать хороших улиточек. Да. И смотрите, вот такой вот кулончик. Ой, не той стороны показываю. Вот так вот. Кулончик в форме улиточки, ребят. Классно, спасибо большое. Буду его носить с радостью. Меня хотят отобрать. Да, конечно, я детям отдам. Держи, Маш. Также мне прислали визиточку, визиточка питомника, данные координаты и журнальчик по улиточкам. Журнальчик будет, кстати, интересно почитать. Машина пакетик для этой, для цепочки, да. И тут вот бумажки по поводу кальций-смеси, про температуру, про влажность. Это кто не знает. И картинка. Смотрите, какая, ребята, красота. Красота. И здесь улиточки тоже разные. Маш, покажи, какую ты хотела из этих. Вот этих вот лимочек она хочет. У нас лимочек нету. Ну, вот потом. Маша сразу открывает. Цибулины это, Маш? Мелкие, которые маленькие улиточки. Оксана, аккуратно. Девочки сразу улиточек начали смотреть. Они потому что очень ждали, когда эта посылочка придет. А, кто? Нет. Это не в этой посылке. Тут ретики. Так, тут должен быть ретик. Это надо будет отнести тетеньке. Субулины аккуратно. Это суту. Не надо это. Суту это не трогай. Сутуралисов аккуратно. На. Это ретик надо отнести. Это тетежин. Ой, тетежин. Вот такой вот. Сейчас, кстати, покажу вам, ребята, улиточку. А, там что-то упало. Подержи, Маш, мох. Смотрите, какая прелесть. Чтобы так показать. Ну, я не знаю, вот так вот постараюсь показать. Вот он. Сейчас уже усики достанет. Посмотрим с вами. Подожди. Радостомус. Не трогай. Видите, какая прелесть. Немножко и здесь тоже покажу. Это ретикулят. Черноголовые у меня такие есть. Вот еще вот. Посмотрите, какая прелесть. Ретикулят черноголовый. Если хотите более подробно, я в группе выкину видео с этой распаковкой, и вы сможете посмотреть. Аккуратно. Ай! С какие улитки у нас пришли. Часть нам, которые Маша хотели, да? У нас вот субулины, часть там подруги, часть нам субулиночек. Потом ретики, все здесь на окне сидит. Ладно, дорогие друзья, вот такая вот посылка была. Скоро мне в садик уже идти. Сейчас попью, успею чай и побегу уже в садик. Так, ребята, идем, идем, идем в садик. Вот знаете, до чего меня люди бесят некоторые? Мусор кидают. Раз, мусор. Это еще ладно, вот там вот возле дерева. Просто пакет с мусором бросили и все. Смотрите. Вообще, да, красиво? Надо выйти, все это убрать. Тут, по идее, уже не наш гараж убирать, чтобы. Ну, блин, противно так ходить потом. Да, Маш?
Девочки, со мной тут Оксана в костюме фиолетовом. Оксана, попу отряхни, у тебя что-то на попе. Маша, почисти ей, что-то она где-то уже залезла. Фломастером. Фломастером изрисовала уже жопу. Аккуратно, видишь, машину. Ездят, как стомашары, собаку ждавят. Ладно, шагай, Маша, шагай вперед. Блин, Ваньке хотела сандали взять и забыла. Там у него сандалики в садике порвались, и надо принести ему новые. Ну ладно, утром возьму, отнесу ему туда. Потому что те у него просто порвались. Там, по идее, не порвались, а замочек сломался. Сам сделать только надо его, и все. Сейчас заберу домой, сделаем. И надо сейчас зайти, папа, шурупы закончились у него. Надо ему шурупы купить и уголки. Когда он где-то что-то мебель чинит, пользуется этим. И у него все закончилось, он говорит, зайди купи. Вот сейчас в первую очередь зайду куплю, поэтому пораньше пошла в садик. Ладно, шагаем в садик. Все, забрали мы Марину и забрали Ванюшу. И шагаем домой. Они яблоки кушают. Им яблочки дали, они их едят. Идем домой. Ребят, мы успели до дома дойти. Смотрите, какой ураган у нас начался. Одуреть просто. Но ветра пока еще нет, но ураган еще сильный. Успели прям ветрище такое по дороге, идет. Одуреть. Сейчас будет дождик. Нет, он идет. Но мы когда поедем с тобой в город, надо зонтик взять с собой. Ветра нету. Ветра есть. Ветер вон какой, аж дерево вон как сильно шатается. Это вообще сильный ураган начинается опять. Аж страшно. Ого, как у соседей столб аж шатается. Смотрите, что в стороны, в разные. Там сверкнуло. Сверкнуло, сверкает. Егор, выключи телевизор из розетки. Ну, такое вот у нас погода. А дуреть не встать. Ой, кошмар. Это что ж такое-то, а? Когда будет нормальная погода? Чтоб не было урагана. Ладно бы просто бы дождь прошел, но без урагана. Опять ураган намечается. Мне сегодня смс-оповещение пришло, что может ураган быть. Вот так вот. Ребят, дурдом. Такое ветрище, такой ливень. И сейчас так грохануло, мы аж все испугались. Все это не испугалось. Сверкнуло, и все повыключали из розетки. И по ходу дела свет вырубился. Везде причем. Потому что сверкануло очень сильно. Прям вообще жесть. И вот такой вот у нас ливень идет. Напишите, какая у вас погода. Вообще, ребят, погода жесть. Громыхает только в путь. Классно. Но мне нравится такая погода. После нее так хорошо на улице. Я лохматая, да, все, ребят? Ну, ничего, зато это. Тут у меня цветочек стоит. У меня почему-то этот цветок как-то так расти начал вниз, потом вверх. Вот у него все веточки сначала вниз, а потом вверх. Может, кто-то знает, скажите, он так и должен расти или прямо? Я почему-то надеялась, что он прямо будет расти. У меня кого? Ванечка мороженое есть. Сегодня опять все мороженое покупала. И Ванечка с Мариной с садика пришли. Сейчас кушают. Куся, Куся, так ты на тарелочку кушай, сыночка. Обязательно напишите, какая у вас погода. У нас прям вообще от нас. Оксана, не свети фонариком, пожалуйста. Не надо. Оно сверкает на улице. Ага. Я одела этот кулончик, что мне подарили. Огромное спасибо. Ребят, проходите по ссылке в описании. В эту группу, если кто улитка. Вот есть, там очень хорошие улиточки продают. И вы можете на очередь встать. Но улиток, которых вы давно не можете, например, поймать. У меня это было эксленты. Катя опять достала свою живность. Ой, ладно, дорогие друзья, будем сидеть. Дорогие друзья, у нас время вечер, а у нас нету света. У нас из-за урагана свет пропал везде, представляете? По Заводской улице нигде нету света. Мы сидим без света, хотя у меня света дома сидит. Ну, все поняли мои шутки.
Так что вот такие вот у нас новости. Сейчас чай дети просят, а я даже чай сделать не могу. Хоть на летней кухне печку затоплю, но... Так что вот так вот. Сейчас накормлю их чем-нибудь и спать ложить. Время уже как раз спать ложить. Всем говорим пока-пока.